Всем привет! Вы на канале Товары распаковки. Сегодня будет рубрика распаковки. Сегодня поговорим об интернет-магазинах, таких как AliExpress, Jum, Wish, ну и покажу вам наш украинский магазин Prom.ua. Сравним цены, где дороже, где выгоднее покупать. Ну, на примере двух товаров. Сейчас посмотрим, что-нибудь выберем. Ну, а для начала я вам хочу рассказать об таком услуге, как Letyshops. Это кэшбэк сервис, сейчас у них акция. Кто подключится по моей ссылочке, там внизу будет ссылочка, и посмотрите, получит в подарок до 350 гривен. Там, или это в рублях, это примерно 1000 рублей. И можно вывести это все на свою карточку, делая покупки в разных интернет-магазинах. Вот видите, здесь есть такой кэшбэк 7,5% Альхерб, магазин Мойо 7,5%, он даже есть 20% магазин Бук. 13,5% это горячие такие акции, он даже у кого-то есть 27%. И здесь очень-очень много магазинов. Например, если вы покупаете что-нибудь на 100 гривен, 27 гривен, там где 27%, можно вернуть на карточку. Я думаю, ну зачем переплачивать, как можно этим всем пользоваться. Поэтому, ну это очень выгодно, очень хорошо, и очень хорошо, ну помогает экономить. Здесь есть такие магазины, как и AliExpress, и Wish, и Prom.ua даже есть. Вот видите, Foxtrot 1,8%, Intertop, Eva 5,76% скидки, магазин Allo дает. Тут видите, AliExpress, он есть 6%, Booking.com, например, бронировать гостиницы тоже можно получить скидочка, Prom.ua 1,5% есть. Заказ.ua, здесь разные рестораны, кафешки, магазин Чика, ну очень, видите, много-много всяких магазинов. Поэтому очень хороший Letyshops, советую по ссылочке прийти, скачать приложение в телефон или в браузер ноутбука, регистрироваться, получите приятный бонус, который можно вывести себе на счет. Итак, сейчас мы переходим в магазин AliExpress, вот видите, уже активировалась вся кэшбэк 6%, уже скидочка будет 6%, поэтому пользуйтесь, советую. Итак, заходим в магазин AliExpress. Ну, в AliExpress, вот видите, какие есть здесь товары. Здесь есть раздел категория, мобильные бонусы, халява. Ну, сейчас немножко посмотрим, какие здесь рубрики, что можно как сэкономить, кроме Letyshops. Вот, например, рубрика «Мобильные бонусы». Когда заходить в эту рубрику, здесь есть товары, которые можно получить по скидках с помощью монет. Монетки можно зарабатывать в разных приложениях, в разных играх. Я вам это все покажу. Здесь вот видите, такая есть Android приставочка. Можно купить за 906 гривен, плюс скидочка на монетки. И вот разные вот лампочки, гирлянды, парики всякие. Вот видите, много разных товаров предлагается, шарики всякие с помощью этих монеток. Вот пульсоксиметр, посмотрите, 76 гривен плюс 2% скидка за монетки. Вот получается, если 7 дней подряд заходить, даются всякие монетки. Вот первый день зашел, одна монетка у меня уже есть. Это каждый день нужно заходить и получать монетки. Вот. Ну, сейчас посмотрим на пульсоксиметр. Его цена 113 гривен. Давайте этот товар запомним и будем смотреть, сколько он стоит в разных магазинах. Вот. И еще 7 гривен доставка. Это он, ну, 120 гривен он стоит. Доставка из Китая. Если выбирать Соединенные Штаты, просто товар нам не отправится. Итак, на AliExpress такой стоит товар 120 гривен. Посмотрим, сколько такой товар стоит на магазине Wish, магазине Jum, ну и на Prom.ua. Сравним цены, где его выгоднее покупать. Так, что мы еще посмотрим? Посмотрим, давайте зайдем вот в такой раздел. Это раздел, где собирать монетки. Здесь такое сажается дерево, вот, нажимать на эти апельсинки, и получается приходят еще монетки. Вот видите, 18 монеток пришло. Теперь нужно выбрать растение, посадить еще какое-то новое. И через 5 минут можно собрать очередной урожай монеток. Ну, это кто монетками пользуется, можно это все собирать и внизу товары брать по скидочках. Так, ну посмотрим, что дальше. Есть еще размер, называется Рубиеву. Это раздел, где можно
Вот, это раздел не новинки дня, это раздел халява. Вот можно в этом разделе взять такие кроссовочки за 1 цент. Он, видите, раздается 1, заявок 264. Вот, мы добавили его в корзинку. Теперь заходим, выбираем еще какой-нибудь товарчик. Что еще такое посмотреть, чтобы выбрать? Так, листаем, листаем, листаем. И здесь мы выбираем вот такие наушнички. Наушничка у нас раздается 5 штучек. Тоже его добавляем в корзиночку. И тоже он будет здесь на халяву. Итак, в день можно по 2 товара добавлять в разделе халява. А теперь заходим в раздел «Руби его». Этот раздел, где можно вместе с друзьями сбросить цену. Это как бы, вот видите, товар, например, вот этот квадрокоптер. Он за 2,86 можно его взять вместе с друзьями. Но это нужно приглашать друзей, чтобы, ну, они переходили по ссылочках. И вот это все, чем больше друзей пригласится, вот видите, нужно набрать, чтобы было 100%. И потом купить, каждый вы может взять за 2 гривны вот этот товар. Приглашать можно через WhatsApp, можно сбросить наш мессенджер Facebook, Viber, ну какие у вас есть мессенджеры, и поприглашать друзей. И вот, пользоваться очень удобно, полезная штучка. Дальше есть вот такая рубрика, тоже можно пригласить друзей по ссылочках, избранные новинки, ну вот. Теперь давайте еще какой-нибудь товар обратим внимание. Вот посмотрим, например, наушники Redmi AirDots 2. Запомним его цену 298 гривен, но пусть будет 300. Да, 300 гривен это без упаковочки, за 352 это уже там с чехлами. Пусть 300 гривен он стоит на AliExpress. Тоже посмотрим, сколько этот товар стоит в магазине Wish, в магазине Jumia и в магазине Prom.ua. Покажу. Вот такие два товара мы подберем, сравним цены, ну и что сколько стоит. Так, теперь мы выходим с этого приложения и посмотрим, наверное, какой еще магазин. Посмотрим, наверное, магазин Wish. Тоже заходим в Lety Shops. Вот сейчас он загрузится. Ищем в списке магазин Wish. Там, где он здесь. Так. Вот магазин Wish. Здесь тоже, видите, скидочка 6%. Не скидочка, а кэшбэк. Тоже неплохой, как на AliExpress. Заходим в приложение Wish. Мы посмотрим, какие здесь разделы, что здесь есть. Вот такие вот здесь товары по таких ценах. Видите, он есть за 28 гривен. Но в Wish такой есть прикол, что все товары с платной доставкой. Доставка примерно стоит 4 доллара, это 100 гривен. Итак, заходим в такой раздел «Колесо удачи». Сейчас скрутим и посмотрим, что у нас будет. Получилось 10 ключиков. Это открывается 10 товаров за бонусы. Так, не за бонусы, а 10 товаров, ну, по скидкам, да. Вот видите, рубашечка 83 гривна. Вот какой-то термометр в нос, он за 30 гривен. Часы за 944 гривни. Вот такие товарчики. Вон видим курточка, которую за 390, ну плюс 100 гривен доставка, это 490 где-то она стоит. И это все нужно успеть купить за 10 минут по этих скидочках. Ну, тоже очень удобная и интересная функция. Вот. Есть еще такие горячие предложения, которые можно здесь что-нибудь выбрать, себе заказать. Тоже всякие, видите, товары разные есть. Ну, это тоже на любителя, кто как смотрит. Ну, а мы, как говорится, сейчас сравняем цены. Давайте, что мы наберем? Пульс оксиметр. Так, помним, на AliExpress он стоил 113 плюс 7 гривен доставка, ну, 120 гривен. Так, а мы сейчас посмотрим, какая цена его на сайте Wish.
Итак, я записал там. Ну, вот посмотрите, какие на сайте вещи. Ну, вот 140 гривен, там, например, он где-то 1,24 стоял, 84 плюс 100 гривен доставка. Ну, пусть 180. 112 это значит 220. Ну, можно сказать, 112 плюс 100 гривен это, ну, 100 гривен за доставку, значит, будет 222. Получается, он на 100 гривен дороже, чем на AliExpress, поэтому сайт Wish дороже. Ну, вот он, ну, вот такой есть термометр, 168 плюс 100 гривен доставка, это 268, ну, тоже. Да, этот сайт из-за доставки немножко подороже AliExpress. Вот. Ну, товары, видите, отзывы хорошие на этот термометр. Ну, в принципе, не знаю. Ну, сейчас что мы посмотрим на Redmi AirDots. Мы помним, на AliExpress он стоил 300, AirDots 2. Сейчас посмотрим, сколько он стоит на сайте Wish. Итак, смотрим на сайте Wish, и его цена 447 гривен плюс 100 гривен доставочка, это 547. А там, мы помним, он стоил 300, ну даже на 200 гривен. Ну, цена уже подороже. Есть он, конечно, копии всякие, там 112 гривен, но это уже не оригинал, это не то. Так что мы убедились, что сайт Wish немножко подороже Алиэкспресса. Так что вот так. Ну, здесь есть, конечно, если поискать, может что-нибудь и можно найти. Ну, сайт видим, что дороже. Ну, вот такой этот сайтик. Здесь есть еще такие товары, как говорится, с доставкой из Украины. Вот видите, где флаг Украины нарисован рядом с товаром. Это доставка с Украины. Он приходит очень быстро, где-то за дня 3, может за недельку. И написано он даже бесплатно. Но бесплатно это условно, потому что цена там будет 4 доллара. Поэтому, ну, за 100 гривен такую лампочку можно на AliExpress найти ее бесплатно, где-то гривен за 40. Все равно невыгодный Wish, так что Wish я немножко разочарован. Ну, хотя тоже вот есть фонарик бесплатно с доставкой с Украины. Ну, из-за того, что быстро дойдет, да, за 100 гривен фонарик. Ну да. Так что вот такой магазинчик этот Wish. А мы сейчас перейдем, посмотрим на следующий магазин, который нас интересует. Нас интересует магазин Joom. В Joom'е тоже вот такие вот товары. Здесь доставка бесплатная, уже большой плюс. Ну вот, посмотрите, какие здесь есть разделы. Есть акция часа, вот товары, видите, по скидочках, по каких они ценах. Здесь разные есть. Вот 113 вот эти... На кастрюле вот эти, так, всякие. Так, и вот есть такие игры. Это называется игра «Угадай цену». Здесь нужно выбирать. И вот, например, посмотрим, сколько это платье стоит. Ну, вот так подходит. Не угадали. Дальше. Вот эти штучки. Вот так. Тоже не угадал. Ну, и вот такая футболочка, сколько стоит. Тоже не угадал. Ну, завтра попытаем удачу. Также здесь есть и товар за 1 гривну. Это как в AliExpress за 1 цент. Ну, здесь за 1 гривну можно выбрать. Ну, что мы выберем? Давайте посмотрим на этот чехольчик. Он стоит 1 гривночку. Выбираем. И заявка отправлена. Где-то розыгрыш будет через дня 3. И вот этот чехольчик тоже выбираем. И тоже посмотрим. Дальше, что у нас, вот такие здесь акции недели есть, и что, посмотрим, сколько стоит здесь пульсоксиметр, на Joom'е сравним с Алиэкспрессом и Wish. Так, посмотрим, ну, здесь вот такие цены, видите, 200 гривен, 235, ну, 200 гривен, 237, цены, можно сказать, такие, как на сайте Wish.
Вот 186 нашли мы, немножко дешевле. Но на AliExpress, вы как помните, там был по 120. Все равно AliExpress гривен на 100 дешевле. Ну и Joom немножко дешевле, чем Wish. Так, теперь посмотрим, сколько стоит Redmi AirDots 2 по сравнению с AliExpress и Wish. Ну вот видите, это уже цены. Но хотя вот видите, 331 есть. AirDots. На AliExpress мы находили за 300, здесь на 30 гривен немножко дороже, и за 547 мы видели на Wish. Ну вот какая разница между... Все равно AliExpress немножко дешевле, чем Joom. Но в Joom чем плюс? Тут бесплатная доставка, если вдруг товар потеряется, они без проблем возвращают деньги, никогда там никаких споров, ничего не надо открывать, все там хорошо приходит. Так что Joom насчет вот этого, ну доставка там побыстрее. Но AliExpress все равно видим дешевле по ценах. Вот так. Такие здесь товары. Ну что, посмотрим еще один магазинчик Prom.ua. Это украинский сайт, тоже аналог вот этого Joom, AliExpress, Wish, только доставка вся с Украины. Там украинские продавцы. И тоже посмотрим, сколько там стоит пульсоксиметр и сколько там стоит Redmi AirDots 2. Открываем приложение Prom.ua. Вот видите, какая-то здесь и акция, если оплачивать картой. Ссылки я на магазины все внизу оставлю. Посмотрите тоже, заходите, посмотрите, может что-то себе выберете. Вот. Ну здесь тоже, в принципе, похоже немножко на Joom оформление. Ну, вот такие здесь товары, здесь тоже разные категории есть, все, что интересно, все здесь есть. Итак, пишем пульсоксиметр, посмотрим, сколько он смотрит. Итак, пульсоксиметры есть, пульсоксиметры, вот они. Итак, посмотрим по ценах, и вот смотрим, какие цены, 199 гривен, 309. Вот, 192 он есть, немножко подешевле, 200 гривен есть. Ну, в принципе, цены 190. Ну, давайте запишем более дешевый, 190 гривен. Вот, поэтому он дешевле, чем Wish, наравне Joom, но все равно дороже, чем AliExpress. Поэтому Prom.ua, мне кажется, вот так. Дешевле, чем на Wish, на уровне Joom, но дороже, чем AliExpress. Поэтому AliExpress более дешевый, но доставка долгая. А вот из Prom.ua быстро все пройдет и лучше, чем Joom. Сейчас посмотрим AirDots, сколько стоит. Так, AirDots 2. Заходим, и вот ихние цены. Вот, 489, ну цены, конечно, огроменные, 529, вот, 345, видим, самая дешевая цена, 345. Давайте на этой цене мы остановимся. На AliExpress они 300 стоят, на Joom 331, на Prom.ua 345 и на Wish 547, поэтому... Чтобы быстрее получить, можно в Prom.ua свободно заказывать. На это один такой продавец был, остальные где-то по 500, по 600. Все немножко подороже. Ну что, сделаем выводы. Самый дешевый магазин — это AliExpress. Но доставка там длинная. На второе место я, наверное, поставлю магазин Prom.ua из-за доставки. И цены более-менее нормальные, наравне и с Joom. Но у Joom доставка немножко подольше. И магазин, который мне больше всего не понравился, это Wish. Там и доставка длинная, и цены большие. Ну, вот так. Вот такое у меня видео получилось, такого формата. Напишите мне в комментариях, нравится вам такое видео, нет. Если понравилось, буду еще что-то подобное снимать. Если нет, напишите, не надо больше такого. Буду снимать обычные распаковочки. Так что, вот так. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, потому что ну, много меня людей смотрит не подписанных, где-то процентов 70, не знаю почему это так, но подписывайтесь, поэтому
До новых встреч. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.